Надеюсь, что меня здесь вы поблагодарите. По сути, я практик. Я директор школы, директор лицея ресурса. А я преподаю взрослых и обучаю взрослых современным людям. И давайте посмотрим, что значит быть в ресурсе. Ну, пока как, давайте. Можно на меня контролировать? Да, спасибо вам. Работает. Отсутствие увлеченности. То есть даже если есть кадры, то нет увлеченности в процессе. Отсутствие четкой цели. Отсутствие четкой цели, да? Не понимаем, куда идем. Отсутствие опыта. Пришли, но не знаем, что делать. Это, конечно, здорово, что вы сказали, но я должна была остановить. Внимание. Стекло. Кадры подобраны не мной, план которого будет составлен тем, кто больше всех недоволен. А скажите, пожалуйста, что зацепило? Какие-то фразы, так далее, моменты? Диляру Салиховну я знаю давно, так как я работала на Савинском районе. Но как спикера я вчера слушала ее впервые. Диляра Салиховна, вчера вы своим ярким примером показали, во что можно превратить самую обыкновенную среднюю школу и что для этого нужно. А для этого нужно, чтобы сам руководитель был яркой, неординарной, многогранной личностью, идейным вдохновителем, мотиватором, помогатором. Как важна командная работа, как важно развивать свою команду. И еще раз убедилась, как для личной жизни, так и для работы, что фраза «брать и делать» приводит к крутым результатам. После тренинга появилось еще больше мотивации и стремления к реализации ранее поставленных целей и задач. Вы очень позитивный, энергетически вдохновляющий руководитель, стимулирующий расти и развиваться. Вы пример для подражания и настоящий профессионал своего дела. Спасибо за возможность познакомиться с вами. Для меня сегодняшнее мероприятие стало стартом для новых возможностей кадрового развития коллектива школы в профессиональном плане. А в личном плане, наверное, стимулом для пересмотра зон ближайшего развития как руководителя и как личности. Сегодня я была на вашем семинаре и хочу сказать вам большое спасибо. Этот семинар вдохновил в меня новые мысли, новые идеи. Я вспомнила то, что я действительно молодая, энергичная и действительно трудолюбивая девушка. И я надеюсь, что этот семинар послужит хорошим толчком моей новой трудовой работе с моим замечательным коллективом. Окунулась в мои 20 лет назад, как я начинала, постарался проанализировать, слушая Диляру Салиховну. Пересмотрела все свои 20 лет своей управленческой работы, проконсультировалась с ней, услышала много советов, и лично в том числе, как начать свою жизнь в новом городе, в новом учреждении, с новыми людьми, как двигаться вперед, как построить свою работу в другом менталитете абсолютно. Поэтому я очень благодарна, постараюсь попасть на следующие тренинги и мечтаю, что наше Министерство образования нам предоставит эти тренинги с участием, вернее, руководителем которого является Диляра Салиховна. Вдохновлены сегодня очень. И очень много проанализировали и покопались в себе. Я думаю, что это послужит
добрым знаком. Вы знаете, наступил такой момент какой-то тупиковый, когда мне показалось, что, ну, я, наверное, уже все, что могла сделать, я уже сделала. И как-то вот знак вопроса возник. Вот сегодня, спасибо огромное Диляре Сергеевне, я поняла, куда мне двигаться дальше. Я увидела себя, ну, лет так через 5. Я очень хочу быть похожей на вас. Спасибо вам большое, что вы встретились на моем жизненном пути. Сегодня на занятии я поняла. Не бойся, что не получится. Бойся чего-то попробовать. В профессиональном плане я сегодня получила опыт и вектор направления себя, развития себя как управленца. В личном плане я получила порцию мотивации для саморазвития и самосовершенствования. Получил конкретную методику, можно сказать, технологию, как выбрать себя администратором. Для меня это больше всего запомнилось, что администратора нужно самому вырастить, водить его за ручку и вместе смотреть, где мы можем улучшить школу. А в личностном плане я получил мотивацию быть активнее, в первую очередь, и понял, что управлять школой – это не значит, что делать все самому. Не быть охранником школы, а делегировать обязанности. И для себя сделал вывод, что нужно больше контролировать, чем делать самому. Это реально была перезагрузка для меня. Перезагрузка как для руководителя и как для самой себя, как личности. Поняла, что в нашей жизни нет ничего невозможного. Для меня была каким-то толчком, и она меня убедила в том, что я на верном пути, что не надо быть просто сухим руководителем, а необходимо заряжать, а иногда и раздражать своей харизмой и энергетикой, ставить цели и достигать их, своим сотрудникам всегда помогать, поддерживать и мотивировать их своим же примером. А самой необходимо получать новые знания и никогда не останавливаться на достигнутом. После каждого обучения, после каждой встречи я для себя беру очень много полезных знаний. И сегодняшняя встреча с Диляре Салиховной была очень познавательной, вдохновляющей. Я для себя поставила очень много целей, задач. Возникло очень много идей, планов. И я думаю, что мы будем реализовывать эти идеи с моим коллективом, у нас все получится. Потрясающий семинар, великолепная подача материала. Мы были участниками процесса. Полтора часа пролетели, как будто полторы минуты. Где-то, Диляра Салиховна, я узнавала в вас себя, особенно в вопросах работы с родителями, в подборе кадров и так далее. И было в то же время очень много нового, интересного. Я очень люблю русский язык, и когда появляется новое слово какое-то в русском языке, пусть даже заимствованное, я прям радуюсь, я ищу трактовку этого слова. Вчера было море таких слов, я их просто записывала, и вечером пришла, гуглила, искала трактовки, это было потрясающе. Вы превосходный оратор. Я рада за нашу молодежь, которая вчера имела честь вот услышать вас, порадоваться за вас. Желаю вам больших успехов и во всех ваших начинаниях. Вот так пошутили мои те, кто делал презентацию. Коллеги, спасибо, мне было с вами интересно.